Добрый день. Меня зовут Вячеслав Логинов, основатель и руководитель мастерской «Слон» и компания. Это мой внук. Как тебя зовут? Дима. Дима. Хотим представить нож, небольшой нож производства нашей мастерской. Нож предназначен для природы, для охоты на небольшую дичь. Ну и также с помощью этого ножа можно приучать ребенка к холодному оружию. Да, ребенок? Чем он хорош? То, что жесткие ножны. Ребенок не сколится, если он его будет носить. На, держи. Если он его будет носить, он не сколится. Ножны не прорежутся ножом. Потому что он закрытый. Да, потому что он закрытый. Также открывается довольно туго. Сам он не сможет. Попробуй сам открыть. Вот, даже я тут понимаю нож. В данном случае он самый хороший нож из экрана. Правильно, самый хороший. Давайте попробуем. Если честно, он еще никогда ничего не резал, нож в руки не брал. Осторожно. Бабушка, когда увидит это видео, меня повесит, наверное. Ручки осторожно, ручки. Молодец. Ай, пальчики, давай. Все, хватит. Ну, примерно так. То есть нож удобный. Его ребенку на, подержи просто нож. Держи его хорошо. Просто удобно держать в руке он. Ну да, он простой нож, прицепленный. Хороший нож. Как видите, он хорошо, легко лежит у ребенка в руке, а он также легко лежит, ну, у мужчины в руке. В принципе, средняя рука. Вот. Такой нож. Хороший нож? Да. Дай-ка еще покажу. Вот. Хороший нож. Скажи, что ты думаешь? Я думаю, что он хорошо режет и будет всегда резать хорошо. Молодец. До свидания.